Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кунаи. Ну что же, у нас новая территория, нами еще пока не разведанная. Так что давайте приступать к этому делу. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Шеф вам уже рассказал? У нас из-за крушения случилось короткое замыкание. Большинство систем уже восстановлены, но не эта дверь. Чтобы ее открыть, нужен мощный электрический разряд. Может быть, святилище к востоку поможет? Или это слишком опасно? Хе, вопрос интересный. Очень интересный. Так, друзья мои, ну что же. Нам нужно куда-то с вами выдвигаться, я так понимаю. Искать какое-то святилище. Опа. Так. Крушение что надо, а? Столько всего разного свалилось. Даже вот эти чудесные ботинки. Вот только они с моей системой несовместимы. Забирайте, если хотите. Судя по этикетке, в них можно прыгать в воздухе. Вау, двойной прыжок я получаю. Ага, вот это уже прикольно, друзья мои. Так, нужно мне, наверное, их одеть. Судя по всему, да? Так, это у нас... это у нас головные уборы. Значит, они уже на мне надеты. Да, они одеты на мне. Меня зовут Шеф. А вы можете звать меня, вообще зовите тоже Шефом. Дайте-ка взглянуть на ваш серийник ТБУ-1134. Буду звать просто Таби. Милое имечко для такого воина. Нам надо попасть в забытую подземку. Тогда мы сможем быстрее перемещаться в другие районы. Но крушение вызвало короткое замыкание. Так что дверь не откроется, пока не восстановим электричество. К востоку отсюда есть святилище. Говорят, там спрятано что-то невероятное. Может быть, оно поможет нам попасть в забытую подземку? Так, этот парень тоже нас, да, просит попасть в забытое святилище. Угу. Так. Добро пожаловать в базу сопротивления. Так, это мы уже читали, друзья мои. А где же находится-то подземка ваша? Так, ну я понял, это уже мы читали с вами. Ботанская база. Так, искусственная пустыня. Значит, там, скорее всего, нужно подняться наверх, да? Мы же сюда упали с вами, лифт сломался. Так, шеф мне звонит. Привет, эта штука работает? Теперь я могу связаться с вами по телекоммуникатору. Похоже, какая-то древняя человеческая технология. Эрл просто волшебник, что ее оживил. Спешите на восток и ищите святилище. Кстати, теперь вы можете в любой момент звонить мне через Табас. Угу. А зачем мне это нужно, интересно? Воу. Вот это подстава была сейчас. Так, отвали от меня. Так, ребят, это какая-то оса. Механическая, судя по всему, да? Ну, естественно, механическая. Тут все у нас механическое. Все роботы, даже враги. Так, эти мелкие прыщи тут прыгают. Место крушения. Ага, здесь мы с вами были. Так, и по-моему я куда-то тут уперся, верно? Искусственная пустыня. Ага, вот здесь вот, погоди-ка. Все, я запрыгнул. Отлично, друзья мои. Эть, подстава. Очередная была подстава. Даже двойная, я бы сказал бы. Ух, как больно было сейчас по заднице. Это прям звездануло, а? Оса, отвали от меня, а? Слушай, они не отвянут, да? Пока их не уничтожу. Нормуль. Кстати, монетки мне не будут лишними, согласись. Давай, иди сюда. Эть, хе-хе, мимо. Ну, басики. Замечательно. Заодно и денежек заработали. Так, а тут надо быть аккуратным. Внизу шипы. Так, ползунки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Какие-то ползунки шипастые, ребята. Надо быть предельно аккуратным. Упс, я не знаю, куда я двигаюсь. Где это святилище? Иду просто на шару. О-о-о, ребятушки тут приземлились. А я смогу с ними подраться? А стоит ли? Ага, я понял. Тихо, не надо тут войнушку мне устраивать. Так, а наверх? А наверх мне не попасть, верно? А нет, смотри-ка, там сундук. О, сундучок-то вещь. Дай-ка я посмотрю, что он мне здесь выпадет.
Так, друзья, что это такое? Мой планшетик такой загорелся, аж прям бедный. Ух ты, мы собираем какое-то с вами сердечко, судя по всему, и это одна из деталей. А что нам дают сердечко, дополнительные хп или что? Пока не соберем, не узнаем. Опа-на, опа-на, это что у нас тут еще за механическая мумия своего рода? Так, два раза я уже бомбанул. Сколько по тебе нужно бить? 3, 4. Да ладно. Ай, задело мне. Короче, 5 разиков нужно по ней ударить, чтобы она взорвалась. Так, двигаемся с вами наверх. Ёлки-палки. Слушай, музыка мне нравится. Прикольно так звучит. Так, тихо ты, родной, успокойся. 5 разиков нужно по тебе бомбануть. 2 раза я уже дал ему в глаз. 3, 4, 5. Рассыпался. Ядрёна вошь. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Ууу, сохраночка. То, что нужно. Да ёлки-палки, прицепилась всякая ерунда ко мне здесь. Ну, здоровье у нас полное. Ну, сохранение в любом случае нам не помешает здесь. Так, пошли дальше. Пошли дальше с вами разведывать эту территорию. Я еще до сих пор не в святилище, верно ведь? Пока вокруг да около бегаю. Так, тут шипы. Тихо, как же быть? Надо мне на ту сторону сигануть. Ага. Я прям себя чувствую каким-то скалолазом. Так, я могу здесь пройти? Так. Это что у нас такая за локация? Так, вверху шипы. Я могу... А что я могу? Вау, ну нифига себе, я тут наяриваю. Ага, бесполезно. Друзья мои. Чего-то мне не хватает, да? Там двери закрыты. Ладно, главное, что у меня есть двойной прыжок. Это уже радует. Святилище, ты где? Опять, опять эти осы, а? Надоедливые, назойливые осы. Ладно, сами напросились. В любом случае, монетки вот эти лишними никогда не будут, согласись. Ага, вот туда нам и нужно. Так, давай-ка мы сюда. Можно вниз спуститься, конечно, глянуть, да? Ну, можно и здесь проверить. О, оса плюс маленький робот бежит. Дай-ка я лучше вниз пойду. Так, тут открываются двери. Блин, не заблудиться бы потом, а? Друзья мои, а то будем с вами искать выход или вход, наоборот. Ага, видишь, и там мумия, и здесь мумия. Смотри, смотри, опа, ой, 2 дурачка упали куда-то вниз. Там вам и дорога, кстати, а мне, по-моему, туда тоже нужно вниз-то. Че я радуюсь-то. Блин, а их там 2. Ать, это не очень хорошо. Это не есть гуд. Еще и оса, здравствуйте, приплыли. Так, -1. Так, подожди, подожди, подожди. Хорошо, что они предсказуемые, да, эти монстры все. Так, ну давай, мумия. Ать, зарядил все-таки мне. Я просто уже назло, ребят, я уже психую. Все, разобрался я с ними. Ну что, неплохо, 148 монет, 152 даже. Тут тупик. Надо просто везде проверять всякие лазейки. Могут быть потайные ходы, где какие-нибудь вкусняшки лежат. Поэтому, друзья, я как истинный... Тихо. Как истинный приключенец, везде лазью. Похоже, тупик. Эх, мне бы что-то вроде кошки с веревкой. Ага, а у меня-то как раз и есть кошка с веревкой. Точнее, у меня кунай с веревкой. Эй, твою же маковку. Ладно, простительно. Так, опять прыгать. Ой-ой-ой, тихонько ты. Так, тут-то, надеюсь, все ровно. Давай-ка спустимся. Ага, ровно. Блин, там еще и мумия. Ой, мумия дура. Хе, прыгнул на шипы. Смотри-ка, монетки сами ко мне прям прыгают. Отлично. Ладно, друзья мои, так. Наверху ничего нет хорошего. Ну что, опять прыгать? Юху! Сейчас было опасно, я мог бы врезаться вон в те шипы, которые на потолке. Но бог миловал. Так. Дверь. Ага, открывается. А здесь закрыто. Здесь открывается. Смотрите, какие-то капсулы были, судя по всему. И это все взорвано здесь. Компьютер какой-то. Открываем журнал «Ботаника» от 2 мая 3046 года.
Похоже, растениям нравится необычное коричневое вещество из города. Еще пару недель, и у меня, наконец, будет масло для моих ржавых винтов. Дальнейшие эксперименты будут посвящены ускорению процесса. Какие-то заметки мы с вами находим, судя по всему. Какие-то ему нравятся, да, коричневые. Я думаю, что это навоз для растений, коричневый. А вот что он за масло хочет сделать? И из чего? Из растений, что ли? Я не могу понять. Хотя, почему бы и нет? Например, из подсолнуха можно сделать масло, да? Пускай растительное, подсолнечное точнее, да? Но, тем не менее, смазать-то можно? Свои винтики, чтобы они не заржавели. Так, друзья мои, смотрим дальше, что у нас тут. Опять десантура прибыла. Слушай, а я случайно здесь не был, а? Что-то мне это знакомо все. Слушай, смотри, как я их всех разбомбил. Четенько. И до сих пор не могу понять, я нашел святилище или нет. Так, наверх мне не пробраться. Там тупик. Что-то бегаю, бегаю, я уже запутался, если честно. Вот серьезно тебе говорю. Просто запутался. Ой, где я был, где я не был. Так, ага, здесь я точно не был, потому что локация до сих пор открывается потихоньку. Да ё-моё, опять это оса, опять это мумия. И самое удивительное, что мне нужно вот это все дело подлавливать. Вот этого охламона нужно либо чтобы он перепрыгнул через тебя, после этого бомбить, да? Либо после того, как он сделал свой взмах мечом. Опять оса. А почему-то оса сидит, главное, под землей. Вот это удивительно очень. Ну, в принципе, да, у них гнезда где? В земле обычно. Но это, по-моему, у диких ос. Или я что-то путаю. Нет, я знаю точно, что я, когда был маленьким, в деревне видел именно осиное гнездо. Оно находилось в земле. Но также есть осы, которые и на дереве живут. Или это пчелы? Все попутал, ё-моё. Да, старость не радость. Ладно, друзья мои. Что, опять? Тут оса, я думал, что это будет десантура. Ну ладно. Ага, а вот и десантура, ё-моё. Блин, и по двое все время скидывают их. Все время по двое. Оса, ты меня достал здесь уже в корень. Нервируешь, просто-напросто летаешь тут и смущаешь меня. Так, друзья, по-моему, мы замкнулись с вами. Да, это я уже иду в обратном направлении. Мне надо либо наверх, либо вниз. Так, хорошо. Значит, мне это все дело опять перепрыгивать. Ё-моё, опять все заново. Ну, друзья мои, надо разведывать, понимаешь, территорию. Иначе никогда не поймешь, где ты был, где ты не был. А так я уже знаю, что я там был. Все, идем в обратном направлении. Так, либо нам сюда идти, да? Ух ты, что это такое, смотри. А, это сохранение, господи. Не признал агрегатик. Так, сохранился и подзарядился, это уже радует. Так, можно идти дальше, да? В этом направлении. Пожалуй, я пойду сюда. Можно нам вниз, а можно также вправо продолжать движение. Меня интересует другое, где хранилище, святилище это, елки-палки. Когда же я до туда доберусь? Так, хорошо, пойдем пока с вами, наверное. О! Что это такое у нас, друзья мои? Куда-то пошел. А ну-ка, порадуйте папочку. Так, это искусственная пустыня, это все понятно. А где я сейчас нахожусь? Хм. Так, мыши. Ладно, это все ерунда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упал, друзья мои, упал я. А это у нас кто здесь? У меня почти получилось. Я вижу сюрикен дальше по коридору. Хватайте его. Но помните, что когда отсюда что-то тащат, последствия обычно серьезные. Осторожнее, Таби. Хм, откуда он меня знает? Я в первый раз его вижу. А он знает, как меня звать уже. Так, что-то он сказал про сюрикен, который будет дальше по коридору, да? Угу. Так, у нас монет-то всего лишь 211. Так, ага, святилище сюрикенов. Оу.
Наэлектролизованный сюрикен притягивает ваш взгляд. Рядом с ним вам неуютно. И тем не менее вы подбираете сюрикен. Сюрикен! Бросить Б. Вау. Так, подожди, это я могу их применять теперь, да? Так, погоди-ка, бросить. Я не могу сюда пройти. Хм, тупик. Бросить. А-а-а. Так, еще один поломанный стоит. Ага, еще один. Вы, наверное, уже заметили сюрикен-переключатели? Они производят энергию, если подключить к ним источник. Надеюсь, вы справитесь. Ах, вот оно что. То есть сюрикены у меня электрические. Я их бросаю, да, и у меня открываются двери. А это кто? Я уже давно изучаю эти древние знаки. Больше тут все равно заняться нечем. Пока ясно, что вот этот символ означает «всесущее». Угу. Все сущее, да, значит? Так, я вижу кнопку. Вау-вау-вау-вау. Так, секунду. А дальше-то что? Ага, наверху еще кнопочка. Понял. Открыл? Да, открыл себе проход. Погнали. Так, здесь тупик. Наверху кнопочка, да? Ага, еще кнопка открылась одна. Что я делаю, а? Все, врубился. Теперь мне нужно вот сюда вот идти. Перепрыгиваю. Погоди-ка, тут тупик. А как быть? Вот оно что. Хитро, умно. Вау. Активировались мне тут охламоны. Так, друзья мои. Ах, вот оно что. Мне сюда не запрыгнуть. То есть, получается, мне нужно сейчас активировать кнопку. Поднимается вот этот постамент. И нужно пулей просто лететь. Побежали. Чтобы отсюда перепрыгнуть, да? Ага, вот так оно и есть. А здесь что? Открывается и закрывается, да? Хм, ладно. Погнали. А что я здесь вообще должен сделать? В этом святилище? Непонятно пока. Но сюрикены я уже получил, которыми я могу открывать себе двери. Ну, наверное, не все, но определенные. Так, посмотрим, что тут. Ай, елки-палки, мумия. Да ядрить тебе на корень. Короче, сюрикены предназначены, друзья мои, не для драк, а чисто для открывания дверей. То есть я ими не могу наносить никакого урона абсолютно. И это плохо, на самом деле. Я думал, что это все-таки оружие. Так, тот сюрикен автомат наверху. Обычно они стреляют непрерывно и сами по себе. А этот почему-то нет. Я думаю, есть какой-то механизм, чтобы он выстрелил. Поможете нам понять, как его активировать? Хм, надеюсь, давай сохранимся. Так, нужно что-то сделать, чтобы активировать вверху. Я понял. Понял, может быть здесь? Нет, здесь просто нас вниз спускает. Так, еще один робот. Бросок на удачу провален. Активируется ловушка. Шутка, ха-ха. Ну вот ловушка настоящая. Теперь вы тут застряли. Кажется, и я вправду начинаю сходить с ума. Это из-за всеми забытого святилища. Есть только один выход. Найдите выход и победите стража. Мне бы сначала с первой частью разобраться. Какого еще стража? О чем он вообще говорит? Он, наверное, действительно сбрендил. Так, ну стража, я думаю, что он мне упомянул, наверное, здесь какой-то будет босс, судя по всему. Так, опять эта мумия здесь шоркается, а? Ну ты посмотри. Причем в таком узком проходике 3, 4, 5 разорвал я эту мумию. Ну что, давай сюда, наверное, наверх потихоньку будем забираться. Я случайно не по кругу бегаю-то? Да ё-моё. Ого. Воу-воу-воу. Ну я прям истинный Индиана Джонс, друзья мои. Истинный. Так, что у нас тут? Я уже боюсь всего.
Что у нас тут интересного? Так, такое ощущение, что как будто здесь какая-то заморозка. Да? Как будто я в какой-то морозильной камере нахожусь. Так, минус. Минус оса. Так, я провалиться вниз не могу. Понял. Так, тут у нас мертвый зомбик. Поломанный, так сказать, монитор. Здесь у нас что, тупик? Я не могу понять, это тупик или это какие-то закрытые двери? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, они тут устроили мне испытание верой. Как тут-то быть? Ага, все хорошо. Я могу вот сюда перейти. А эти двери закрыты. Твою же маковку, я так и думал. Давай потихоньку, потихонечку. Таби, главное, не шали у меня, хорошо? Так, все четко. Я так понимаю, вниз можно, да? Ага. Везде эти мумии. Тут только мумии, да? Зомби-мониторы и, по-моему, все. А, осы еще. То есть вот таких вот пока мы с вами видим монстриков. Больше ничего новенького пока нету. Я серьезно говорю, по-моему, я запутался. Друзья мои, я уже... Твою же маковку, а? Ты посмотри, что делает. Был я здесь, не был. Не пойму. Потому что по ящикам ориентироваться, вы сами понимаете, это последнее дело. Они все равно все потом появляются снова. Так, накрыли. Ё-моёшечки. Да вы серьезно, что ли? Так. Кнопочка наверху, да? Пси. А в чем прикол? Так, ну мне туда нужно, в принципе, сбегать. Ну как это сделать? Попробуем, друзья. Опа, я успел. Прикольно. Угу. Так, что здесь? Тупик, что ли? Опачки, а это секреточка какая-то. Смотри-ка. Сундучок. И... Такой довольный Таби. Так, мы с вами нашли... Ага, вторую часть. Ну, действительно, какое-то сердце мы с вами собираем. Так, надеюсь, мы найдем с вами третий кусок и соберем эту вещь. Так, что у нас тут? Ну, мы здесь явно не были с вами. Потому что это что-то мне совсем уж незнакомо. Местность. Или были? В общем, в любом случае... А, по-моему, здесь я был. Смотрите, друзья, да, здесь у меня закольцованность получается. Я не был там, вдалеке. Я не был вдалеке, в самом низу. И, скорее всего, я там не смогу пройти. Потому что либо там вниз нужно падать. Ой, елки-палки. Либо там нужно вниз падать, да? Ну, по какой-то причине я... А, там были закрыты двери. Ой, я думал, что сработало у меня. Ага, но не тут-то было. Хорошо, давай проверим тогда. Как бы наша цель вообще, получается, да? Проверять все вот эти вот закоулочки. Где мы с вами были, где мы с вами не были. Искать что-то новенькое, блин. Оса чертова, ты достала. Вот серьезно, говорю, упыриха несчастная. Тут закрыто все. То есть, если где закрыто, мы, соответственно, туда попасть не можем. О, сохраняшка. Это мило, это то, что нужно для меня. Я вообще обожаю, когда сохраняшки есть. И как можно чаще. Вот жалко, что между ними нельзя перемещаться. Это было бы вообще имба. Значит так, нам можно здесь как-то вот идти. В левом направлении. Но я не могу понять, почему эти двери закрыты. И что нужно для этого. Каких-нибудь кнопочек я тут не вижу. Так, давай сюда пройдем. По карте смотрим. Так, можно подняться наверх и также идти в правую сторону. Да, получается. Ай, все равно задел. Ну что ж, давай проверим. Слушай, погоди-ка, а я... Да ё-моё, а я разве там не был? Мне вот эта вот локация уж сильно знакома. Здесь я точно прыгал, как пить дать был. Ладно, хорошо, давай проверим. Значит, так, подожди, по карте посмотрим. Значит, я должен перепрыгнуть здесь. А там, по-моему... А, ну да, вот они, эти двери, они закрыты. Слушай, самое удивительное, а как же я тогда должен туда попасть? Тут нет никаких кнопок, понимаешь, в чем дело? Кнопок я не вижу. То есть активировать я ее не могу. В чем прикол тогда? Куда я вообще должен двигаться? Так, в самом начале я вижу очень много красных дверей, где еще не был.
Две точки сохранения у нас, да? Блин, друзья мои, тут уже придется чисто, как говорится, методом проверки. Другого варианта я не вижу. Тупик. Слушай, по-моему, я здесь в тупике застрял. Слушай, у меня очень мало здоровья. Сейчас, по-моему, отдуплюсь я. Ладно, отдуплимся, если что, начнем с сохраняшки. И я уже буду точно знать, куда мне надо идти, а куда нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же мне обратно прыгать сейчас. А другого варианта у меня нету. Понимаешь? Или же вот это все оббегать. Ты понимаешь? Это сколько времени мне понадобится. Ой, рисковать что ли? И здоровья мало, блин. Я все-таки, наверное, рискну. Надо только момент истины поймать. Слушай, ну это еще малой кровью я обошелся. Все-таки здоровье-то у меня осталось. Так, вот здесь главное не рисковать. Эта мумия меня может подловить. Причем здесь очень узенько. Я так и думал, вот зря я так сделал, ладно. В принципе, сохраняшка тут уже недалеко, насколько я помню, да? Ух, значит, там у нас тупик. В правую сторону мы с вами уже не пойдем, это однозначно. Остается лишь бежать в левую сторону. Не знаю, до какого упора мы с вами там сможем дойти, но рискнуть нужно. Стоит, я бы даже так сказал. Так. Блин, тут вечно тупик. Оса, ты меня вот достала, серьезно тебе говорю. Эти мобы у нас постоянно респятся. То есть мы их убиваем, они постоянно потом опять появляются. И это раздражает, если честно. Дудки тебе. Погоди-ка, не понял. Здесь что-то... Не врубился, здесь проход что ли? Вау. Фига себе, ребята, вот это да. Вот это потайное местечко, даже. Что это, очки какие-то нашли, что ли? Так. Вау. Ну нифига, мы теперь крутые. В очочках все дела. Планшет с очочками. Смотрится, кстати, между прочим, смотрится. Причем две кунаи в руках. Вообще такой, знаешь, солидный парень. Ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Рэй, успокойся, ё-моё. Сейчас доиграемся, я чувствую. Сейчас доиграемся мы с тобой. Две осы уже. Одну-то хотя бы подбить надо. Если... Я просто поражаюсь тебе, а, Рэй? Просто поражаюсь тебе. Чё ты мельтешишь-то, а? Зачем ты так делаешь? Играй спокойно. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да ё-моё. Так, ну что, получается, я иду опять к той же самой точке, да? Ага, здесь наверх можно сигануть. Наверх сигануть. Там будет какая-то дверь, но, по-моему, там она закрыта. Потому что в любом случае я здесь был. Ну, давай проверим. Так, друзья. Погоди-ка, не понял. Что-то я вообще как-то тут... Только что смотрел, вроде бы там была затемненная местность, да? Сейчас уже все открыто. Иди от меня. Угу. Вот, иди туда, вниз. Так, здесь тупик, никакой... Я вижу вот эти, как, алмазики какие-то стоят. Но я сомневаюсь, что это переключатели. Да, друзья, видите, никакой реакции абсолютно нету. Значит, получается, мне сюда и не нужно. А если нужно, то не сейчас. Не в данный момент. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Давай ловить, подлавливать момент, наверное, будем. Так, слушай, а здесь же получается что? Мы с вами... Перепрыгнуть вроде бы не могли, да? Тут слишком высоко. Или я путаю что-то? Тут легко запутаться, вот серьезно тебе говорю. В этом святилище? Ладно, проверим. Так, здесь закрытые у нас двери. Ладно, фиг с ним. Опа, рычаг. Ага, помните, нас просили, да, активировать? Ну... Кажется, что-то сдвинулось. Вот интересно, что? Почему мне не показали, что что-то сдвинулось? Вот теперь сиди и гадай, да? Так, эти двери не открылись. Я могу забраться, судя по всему, наверх. Так, наверху тоже закрыто. А что же тогда могло сдвинуться, друзья мои? Они специально издеваются надо мной, да? Что-то, говорит, сдвинулось.
Главное, чтобы крыша у кого-то не сдвинулась, и все будет хорошо. Вот тебе, друзья мои, и святилище. А вы говорили, игра легкотня. Ну, как же она может быть легкотней, когда вот такие вот заморочки здесь? Так, ну что, давай попробуем, наверное. Угу, неудачно. Ну. Ать! Захотел на дурку, ё-моё. Ладно, фикси. Что-то сдвинулось. Здесь все до сих пор закрыто. Нам остается только лишь проверить те места, где мы уже были, да? Где у нас были стенки глухие. Ага, вот, смотрите. Здесь была стена, помните? Здесь была, блин, стена. Давай еще отдуплимся здесь, а? Таби. Твою же маковку. Блин. Стоять теперь, что ли, здесь и восстанавливать себе здоровье? Или пойти отдуплиться и просто прибежать сюда с полным запасом ХП? Ладно, постоим маленечко. Опа, не понял. Смотри-ка, что у нас внизу. Появился знак вопроса. А мне по любасику нужно именно направляться туда, где стоит этот знак вопроса. То есть это как бы основная моя цель. Ну что же, я тогда пойду туда. Хотя здесь тоже дверь сдвинулась. Я мог бы пройти, но... Секундочку, подожди-ка. Оп, отлично. Так, погоди-ка, я хоть туда иду-то? Твою же маковку, я не туда иду. Мне нужно вернуться. Кстати, у нас там сохранение недалеко. Можно, кстати, погибнуть здесь специально. Да, и начать с нашей точки сохранения. Ладно, давай попробуем. Погибнем, так погибнем. Ничего страшного в этом нет. Йоху! Отлично. Так, друзья мои, у нас сохраночка рядышком там. Мы сейчас не будем подниматься вверх, будем бежать чисто вниз. Так, я перенастроился, все хорошо у меня, все отлично. Да, как раз вот сейчас мы с вами выйдем. Видимо, что-то сдвинулось и открылось. Так, здесь был тупик, я помню. Я помню, что здесь был тупик, сейчас его нету. Прикольно. Так, давай смотреть тогда. Ой, ё-моё. Ага. Вот так вот, значит, да? Побежали. Эть! А чё так быстро-то? ПРСТ, блин. Ага, вот оно как работает. Да ладно тебе. Давай, 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 вот. Ай, спешка. У меня опять минимум здоровья, друзья мои. Минимум. Надо копить энергию, конечно же. Уже моргаю весь, бедняга. Так, здесь у нас шипастые стены. Я могу, не дай боже, напороться и сразу же отдуплиться. Поэтому будем действовать аккуратненько. Так, что? Кнопка. Кнопка. Для чего она? А, она автоматически здесь нажимается. Хорошо. Опа. Открывает и закрывает. Так, а мне нужно вообще сюда? По идее, как бы нужно проверить... Так, это я помню место. Мы с вами там... Слушай, а если я перепрыгну быстренько, что будет? Тут тупик. Блин, это очень рискованно. С моим-то здоровьем вот сюда прыгать, не дай боже, еще зажмет. Очень большой риск. А там рычаг. А там, друзья мои, рычаг. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Тут тоже не легче. Смотри-ка, можем пойти наверх. Ну-ка. Эть, рискую. А, давай раскачаемся. Не хочу погибать. Фух, нормуль. Так, подожди, подожди, подожди. Да блин, я все время путаю. Правый, левый, кунай. Вы что, серьезно, что ли? Эть. Ой, какой же риск. Так, ну что, я, наверное... Забрался на самый верх? Нет, еще не забрался. Надо еще ползти. Где это, блин, чудовище, с которым я должен подраться, а? Кто мне скажет? Где его? Опа. Ха, прикол. Кнопка, но она закрыта дверью. И с этой дверью я сделать ничего не могу. Так, аккуратней, аккуратней, Таби. Блин,
Горелый. Ну все, очень мало здоровья, по-моему, я сейчас отдуплюсь. Нет, я прям истинный Индиан Джонс, поэтому меня так просто не возьмешь. Так, пособирали монетки. Тихо, тут аккуратнее надо быть. Так, ну что, остается у нас только лишь... Угу. Так, вон там рычаг. У меня очень мало здоровья. Если я сейчас отдуплюсь, это будет плохо, друзья. А мне достаточно один раз только напороться, да? Ух, была не была. Фу, смотри, как хорошо у меня получилось. Так, мы с вами... Ты прикинь, мы открыли вообще какую-то левую дверь. Хм. Так, значит, вон ту. Все, я понял, друзья, что это за дверь у нас открылась. Слушай, мне, наверное, выгоднее здесь отдуплиться. Да, недалеко, потому что сохранка намного ближе находится, чем я сам буду там бежать. Это я специально сделал, поверьте мне. Потому что нам выгоднее с точки последней сохранения нашей двигаться. Нам просто надо будет подняться наверх и все. А так мне там пробегать это все слишком много времени просто тратили бы. Так, ну что же, вот здесь мы с вами, друзья мои, будем подниматься наверх. Так. Тут, кстати, очень быстро добраться именно до этого местечка. Так, эти осы нам не нужны. Погоди-ка секунду, давай проверим. Ну да, в принципе, я правильно иду. Так, с мумией с этой будем связываться или нет? Нет, наверное, не будем. Без нее пока обойдемся. Нам нужно быстрее. Так, вот здесь как раз эти шипы, да. Мы просто перепрыгнем с вами с левой стороны на правую. И там у нас... Да ёпрасоте, ты... Ты будешь себя нормально таби вести, а? Ты очки надел, все, теперь можно тебе? Нет, сейчас быстренько надену тебе рогатый шлем на место. Так, перепрыгиваем. Их ты. Да ёпрасоте, ну. Так, еще один рычаг. А это что за рычаг? Ага, понял. Угу. Вау. Так, вот это местечко мне что-то знакомо. Только вот я уже позабыл, где эта кнопочка. Так, что у нас тут в сундучке? Просто монетки. 42 монетки мне подкинули. Ой, друзья, я-то думал, что мы с вами что-то путевое здесь открыли. Так. Куда нам нужно? Ага. Вот, вы видите, да? Знак вопроса. Ё-моё, сколько мне бежать придется. Твою же налево. Офигеть, какой путь. Блин, у меня здоровье на одно касание, друзья. Да, в принципе, ничего страшного нету. Ну, подумаешь, погибнем, да? Может, оно и к лучшему. Ой, так, это если мы будем с вами идти поверху, да? Там дофига, конечно, дофига. На самом деле, я этого не планировал. Так уже получилось. Да, если там поверху идти... Ну, это, друзья мои, очень много займет времени. Слушай, может быть, мне потом при монтаже вырезать половину этой дичи? Да? Наверное, придется так и сделать. Так, что у нас тут? Ага, платформа. Ну, сейчас мы по ней быстренько перебежим. Ну что, я уже где-то рядом, да? Вот здесь она должна быть. Давай посмотрим. Так, ну если я кину... Блин, открылись другие ворота. То есть мне, получается, надо подняться выше, потом спрыгнуть вниз. Это опять мне фиг знает сколько здесь оббегать. Да, беготни здесь, друзья мои, хватает. Это уж точно. Ладно, побежали, что делать-то. Нужно подняться только лишь наверх и прыгнуть, я так понимаю, да? Ладно, давай проверим. А что нам раньше мешало здесь, я не помню. А, здесь, видимо, здесь стена была, через которую я пройти не мог. Так, сохранялочка, неужели? Неужели здесь есть сохранялочка? Фух. Спасибо большое за это дело. Так, сохранился, зарядился. Давай посмотрим, что дальше. Так. Он живой. Не разбудите его.
Кого? Кого я не должен разбудить, парень? Вот этого хламона? Так, двери закрыты, к сожалению. Значит, вниз. Упс. Это что такое? Ну-ка давай. Вы никогда еще не видели такой тонкой работы. Статическое электричество пробуждает что-то глубоко внутри. Упс. Это что, босс? Страж! Вау! Это босс, друзья мои, по ходу дела. Я, правда, не вижу здоровья у него. Так, что нам делать надо? Погоди-ка. Ага. Так, ну, предположим. А дальше что? Оу, его лучше не трогать, да? Его не пробить. Ть, какие-то ураганчики внизу. О, как мы видим, да? Так, секунду. Короче, нажимаем кнопку. У нас есть возможность лазить по стене. Ага. Я вижу... Блин, я не успеваю. Так, давай еще разок попробуем. Смотри, видишь, кнопка у нас? Слева. Да ёпарсете, блин. Перепрыгивать надо, да? Вот сюда, с этой... Вот так вот. Идет электрический разряд в этого стража. С этой стороны то же самое, друзья мои. Да блин, как неудобно все. Быстро надо делать. Ну... Поднялись, да? Короче, это все еще на время. Понятно. Греб. Так, второй разряд, да? И... Падает. Падает. Так, я не понял я. Давай еще разок попробуем. Так, здесь активировали. Давай тут быстренько сделаем с вами. Забираемся наверх. Как всегда, получил. Так, второй разряд пошел. Сейчас он будет падать. Он будет падать. Ага, он еще и волны выпускает. Так, погнали дальше. Мне только непонятно одно. Он когда падает, я его должен бомбить? Или что мне делать с ним? Что мне с ним вообще делать здесь надо? Он падает. Да ё-моё! Не успел, друзья, не успел. Эти ураганчики меня сейчас, по-моему, захомутают. Да блин, ну... Короче, все, по-моему, мне, друзья мои, хана приснилась. Здоровья очень мало. Так, первый я активировал. Меня зажали. Так, ну... Понятно все. Короче, ребята, в принципе, ничего сложного в нем нету. Надо просто все это делать правильно и быстро, а не так, как я тут мельтешил туда-сюда. Давай попробуем переиграть это дело. Слава богу, здесь недалеко, мы сохранились. Этот паренек нас предупредил, типа, не разбудите, да? Но я его не послушал и все-таки решил разбудить. Да, я понял, что я не видел такой тонкой работы. Так, вот он появляется. Бить его бесполезно. Бить его бесполезно, я уже понял. Это какой-то металлический шар. Мы можем его чисто наказывать электричеством, которое мы активируем при нажатии вот этих кнопок. Так. С другой стороны, короче, что с этой, что с другой стороны, да? Да, мы должны именно так делать. Другого варианта нам не дают. Блин, опять 25 начинается у нас тут. Так. И вот сколько раз я должен это сделать, я пока не знаю. Так, но в любом случае сейчас он падает. Он падает. Нет. Не берут его сюрики мои, короче, это бесполезно. Давай тогда будем бить его электричеством. Сколько сможем, сколько успеем сделать, пока не погибнем с вами. Так, это получается второй раз, да? Сейчас он упадет. Не забываем про волны. Нет, я уже думал, попался. Так, давай еще разок сделаем. Это уже будет третий, да, у нас? Раз. Ай-яй-яй, упал не туда. Но мне и не видно, где эти ураганчики, поэтому это простительно. Да ну... Ну что ты делаешь, ну... Таби, не дуркуй, пожалуйста, я тебя умоляю. Так, сейчас будет третий раз. Он падает. Ага. Вау! Так, он пробил, друзья мои, землю. Ага, а теперь... Не понял я. Подожди, подожди, подожди.
Ага, вот теперь он получает урон. Я понял. То есть, пока он в поле, в этом электрическом, его бесполезно бить. Так, он бросает какую-то плетку, да, электрическую. Так, что он сейчас будет делать? Он в меня ее бросает. Так, а что делать-то мне? Как мне его на землю опустить? Ага, вот так вот. Значит, мы его подбиваем, он падает, да? Ну что ж, неплохо. Так, друзья мои, в принципе, вроде бы как... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Вроде как врубился, как нужно с ним справляться. Так, он опять упал. Бомбим. Слава богу, у нас здоровье есть. Постепенно оно должно у нас восстанавливаться. У нас куплена с вами штука одна такая, которую восстанавливает, да? Электробатареи, как они там, солнечные батареи. Так, упал. Давай быстро. Все, ребята, я его наказал. Слушай, довольно легкий босс, если понять. Шеф звонит мне опять. Ого, что вы сделали? Так, я, по-моему, что-то получил, друзья мои, новенькое, да? Тут все слегка потряслось. Вы нашли сюрикена и убили стража? Похоже, я вас недооценил. Найдите меня на базе. Вау, ребят, смотрите-ка, у меня новая шапочка. Хе-хе-хе. Я теперь, знаете, как бедуин. Погоди-ка, эй, погоди, куда без меня-то? Ты... Друзья мои, что такое, а? А как быть? Как мне быть? Как мне теперь подняться наверх? Твою же маковку. Погоди-ка, давай-ка хитрить. Не получается мне что-то хитрить здесь. По этой стене я не могу передвигаться. Тут шипы. Во, неужели получилось? Так, я надеюсь, я смогу там выбраться, а то... Фух, повезло. Все прекрасно, друзья мои. Да ее просто, ну Таби, ну что ты делаешь? Как всегда, вот начинаешь дурковать, блин. Шапку надел, все, теперь ему... Море по колено. Так, друзья, куда нам выбираться? Давай. Почесали. Короче, сохранимся в обязательном порядке. И нам надо отсюда вообще сваливать. К ядре не фени. В общем, нас попросили вернуться на базу. Именно шеф. Так, я надеюсь, что здесь у нас все пути открыты. И мы можем спокойно это местечко покинуть. Это святилище, да? Здесь нам больше делать нечего. Стража мы забомбили. Сюрикены мы с вами получили. И да. По-моему, мы покидаем это место. Зловещее. Уф, солнышко. Ё-моё. Как я по тебе соскучился. Искусственная пустыня. Так, а ты кто? Как вы сумели открыть дверь? Кинули сюрикен в переключатель? Так просто? А что сложного-то, парень? Да? Вот только попалился немножко, конечно, прежде чем получил этот сюрикен. Так, друзья, куда нам нужно идти? Святилище сюрикенов. А база-то где моя? По-моему, она где-то здесь, в самом конце, да? Или в самом начале. Это смотря откуда посмотреть. А почему у нас святилище сюрикенов аж два входа? То есть это у нас основной вход, да, который был, получается... А нижний это через который я вышел. Поэтому, наверное, и получается, да, такое дело. Хм. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Что такое? Что за тишина? Так, опять куда-то идем. Опять куда-то с вами забрели. Что это за место? Криптошахты. О-о-о, ребятули. Блин, а может быть мне надо было на базу сходить? Ладно, давай проверим с тобой, что здесь у нас вообще. Что это за криптошахта такая? Что у нас там? Это лава? Оу, щит. Опа, вот это подстава, ребята. Ну-ка, нафиг. Здоровье. Я успел, на микронах, друзья мои. Слушай, мне кажется, сюда еще рановато мне идти. Если вообще мне сюда надо идти. Но там был сундук, я видел, лежал. В общем, криптошахты пока мне не по плечу. Пойдем-ка мы, наверное, с тобой вернемся на базу со спокойной душой. Отчитаемся, да, за наше задание. Мы же должны были что найти там? Сюрикен? А, электричество. Да, мы должны с вами найти... Так, сохранялочка.
Слава богу. Мы должны были восстановить электричество на базе, чтобы открыть ворота. Мы, я так понимаю, восстановили электричество, убили этого стража. Да, и теперь все у нас должно быть тип-топ. Даже связываться с ними не буду. Бегу на всех парах именно к себе. Погоди, а что это такое? Разве так должно было быть все? Хе-хе-хе. Ладно. Давай, Инди. Да иди ты, ханорик. Ну, все-таки саданул меня. Так, ребята, я что-то тут раздухарился. У меня здоровья-то не так много, чтоб тут баловать чересчур. Сейчас, по-моему, допрыгаюсь я тут, как кузнечик. Так, ну здесь, наверное, я смогу пропрыгать. Так, родной стоит мой. А, похоже, тупик. А, ну я помню, да, если бы у тебя была веревка с кошкой, ты бы мог бы туда перепрыгнуть. Но, парень, я тебя обставил. Ты еще не дорос до моего уровня. Эх, милый дом, родной мой дом. Капитан, шеф, босс, где ты там? Встречай меня с бутылочкой горячего чая. С бутылочкой горячего чая? Нет, скажем так, с бутылочкой свежего масла. О, так будет правильнее. Так, что у нас тут? Да ё-моё, прицепилась всякая фигня тут. Какие-то картошки прыгающие. Так, что это за... Что это за дверь? Куда она вообще меня ведет, друзья? Кто-нибудь мне скажет? Это случайно я не обратно иду? Что-то как-то подозрительно. Блин, я иду обратно в криптошахты. Нет, ребята, так дело не пойдет. Мне нужно разворачиваться и держать путь именно в левую сторону. Они меня сейчас разозлят, я сейчас нафиг тут всех порешаю. И мумию эту, и всех. Кстати, мумию легко бомбить, прыгая вот на голову ей. Это вам такой лайфхак от Рея. Ну что, собрали монетки. У нас, кстати, 502 монеты. Мы с вами можем что-то новенькое изучить. Да, картошка опять вылазит, а? Это, ребят, не картошка, на самом деле, какие-то паразиты. Потому что они, когда к тебе прицепляются, ты не можешь использовать свои сюрикены. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно подняться наверх. Погоди-ка, а как я тут? Ага, все, все шикарно. Все отлично. Погоди-ка, все же... Блин, еще одна... Одна секретка, ты прикинь, была какая? И главное, не скажешь, что там что-то есть. Просто как стена, ребят, да? Вот секретки здесь, конечно, сделаны вообще на ура. Да чтоб тебе... Сейчас еще отдуплимся, да? Нет, я успел подбить. Ну что, давай, наверное, подниматься выше и выше, да? Потом нам надо будет... Иди ты отсюда. Так, здоровья маловато у меня. Давай не будем рисковать, просто побежим. Так, этих я помню. Так, а здесь у нас что? Слушай, бесполезно туда идти, потому что там... Ну да, друзья мои. Слушай, мне кажется, потом у нас будет такой сюрикен усовершенствованный, да? Когда мы сможем с вами цепляться вот за эти металлические стены. Вот. Просто у меня вот такое предчувствие. Так, здесь у нас будет, друзья мои, сохраночка. Сейчас я сохранюсь. Вот она. Поверь мне, это не будет лишним. Ну, мало ли, там какой-то косячок, да, или еще что-нибудь. Начнем именно с этой точки. Ой-ой-ой, смотри, как эта картошка на тебя налипает. И причем именно на тебя, на него не лезет. Опять мумия. Не пойдет так дело, не пойдет, родной мой. Фух, а вот уже и место крушения, верно? По-моему, да. Так, ну что, здесь нам ничего не нужно. Здесь мы это все дело пробегаем. Надеюсь, мне больше не надо будет возвращаться в эти шахты. Нет, в криптошахты я вернусь, это по-любаську. Я имею в виду, в святилище мне, надеюсь, не нужно будет идти. Потому что все, что нужно, я там сделал уже. Так, место крушения. Все, мы с вами добрались. Сейчас будем падать вниз. Искусственная пустыня. И там уже у нас будет наша родная базенка. Так, а нам нужно, естественно, поговорить с шефом. Так, здесь тупик. Юху! Нормуль. Так, пойду-ка я, наверное, сохранюсь по-быренькому.
И пойдем, наверное, с вами быстренько сбегаем к шефу. Так, сохранился, зарядился, все как надо, все пучком. Кстати, у нас с вами денежка есть. Где у нас там Эрл со своим агрегатом? Так, это база... Я вообще не хотел с ним разговаривать. Да я понял, что это ботанская база. Вот, мне нужен именно Tabs Store. Так, это у нас установлено. Вот я хотел магнит, друзья мои. Потому что я запарился уже прыгать за каждым этим, за каждой монеткой. Пускай лучше они ко мне сами притягиваются. 273 у меня еще монеток, но, как вы понимаете, ни на что не хватает. Удар молнии. Крепкая стойка. Главное при броске сюрикена держать хорошую стойку и равновесие. Хе-хе-хе. Прикольно. Так, а это что у нас тут? Гляньте, какие сюрикены. Вы теперь смотритесь как настоящий ниндзя. Так и есть, родной, так и есть. А вот и шеф. Подумать только, вернуться из святилища. Вы начинаете мне нравиться, Таби. Вернулись и те другие, кто там застрял. Мое почтение вам. А теперь откройте дверь, будьте любезным роботом. Тогда мы сможем действовать из забытой подземки. Пару пустяков, друзья мои, пару пустяков. О, воу-воу, это мои? Да, это мои. Смотри, чуф-чуф-чуф. Сквад-команда побежала туда, в забытую подземку. Так, а тут слишком темно. Ух, ребятушки, новая локация для нас открыта. Забытая подземка. Так, ну что, конечно же, мы с вами ищем сохранялочку в первую очередь. Будем сохраняться и, наверное, закругляться, я думаю. Так, а где бы ее нам... Опа, а это что такое у нас тут? Не мешайте, я занят. Ну, какой серьезный, а? Маленький компьютер сидит за компьютером. Ну, а ты что? Вы ведь Таби, так? Что ж, Таби, добро пожаловать в забытую подземку. Меня звать Олаф, я тут живу. А иногда еще в Робополисе по настроению. Эта забытая подземка уже много лет не используется. Но по тем туннелям, что еще не рухнули, вполне можно ходить. Если пойдешь в шахты, берегись штуки вроде паука. У нее скверный характер. И большие пушки. Спасибо, дружище. Спасибо за предупреждение. А вот, друзья мои, и сохранение. Ну что же, надеюсь, вам понравилась эта серия. Немножко, наверное, утомительная, но никуда не денешься. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.